Первую сделку с участием индийской компании заключили на Белорусской универсальной товарной бирже. 23 тонны сырья для химпроизводства направят крупному фармацевтическому предприятию. Данная партия пробная. Она позволит отработать биржевой механизм, проведение расчетов, логистику и контроль качества. Партнеров интересуют различные реагенты и химикаты, производимые в Беларуси. Экспортные биржевые торги продукции химии и нефтехимии проводят на БУТБ с 2021 года. За рубеж поставляются в том числе синтетические волокна, бензины, масла и растворители. Основные рынки сбыта – Россия, Китай, Сирия, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Узбекистан.